На дорогах республики увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. По словам сотрудников ГИБДД, одной из сопутствующих причин некоторых автоаварий становится аномальная жара. Снижение реакции из-за высоких температур может наблюдаться не только у водителей, но и у пешеходов. Заблаговременно стоит проверить техническое состояние автомобиля, электронику, систему кондиционирования и охлаждения, чтобы избежать закипания авто на дороге. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения, особенно прибывающих в республику в качестве туристов и гостей, быть предельно внимательны на дорогах. А водителям не ездить в утомленном и сонном состоянии, не увеличивать скоростной режим, учитывать особенности жаркой погоды. Обязательно возите в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно если в салоне находятся дети. А также добавьте в аптечку необходимые лекарственные средства. Правильно выбирайте время для длительных поездок. Лучше всего их совершать либо рано утром, либо вечером, когда жара спадет. Добрых и безопасных вам дорог!